сентября, утро, ну, 9 часов, скажем так. Посмотрите, как душистый табачок цветет, ну, надо же. Вот вырос в августе месяце, нет, наверное, в сентябре даже. И посмотрите, как цветет. Это я здесь вот, посмотрите, вот еще. А там хосты, слизни все сожрали. Ой, потому что дожди, сыро у нас сейчас. Вот. Такая красота. Да. Вот такой октябрь месяц. Еще только груши осыпаются. Все остальные деревья пока еще стоят хорошие, зеленые. Вот только-только начинают абрикоски желтеть. Да, ну я сегодня хочу начинать, наверное, уже убирать. Вот, а то я что-то обленилась в последнее время. Погода хорошая стоит, и мне ничего не хочется делать. Посмотрите, вот как цветут. Ой, сейчас вот так, наверное, зайду. Как цветут хризантемки. Вот, простенькие, но красиво. Светлые такие розовые, светленькие. И вот темно-розовые. Только такие пока цветут. Вот, видите, даже вербеночка еще цветет. Я потом покажу. Ну, вернее, я, наверное, сделаю заставочку, как у меня там... А в другом цветничке все цветет. Вот, друзья мои. Хочу. Вот посмотрите, фиалочка цветет даже у меня здесь. Да, не знаю, откуда взялась. Сама где-то обсыпалась. А вот какие хризантемы. Посмотрите, крупные, белые. Белые, крупные, крупные. Красиво. Да, не махровые, но красиво. Вот, там он упал. Надо поднять ее. Хризантемка. Сейчас вот, видите, что делается? Упала, надо подвязать. Сейчас я подвяжу ее. Друзья, ну вот как-то так подвязала я, посмотрите. Да? Вот и там тоже еще кустик. Вы представляете, как разросся хорошо куст? Ой, как капуста выросла. Ой-ой, замечательные елки. Вот это да, хорошие елочки. Капусточки у меня тут образовались, ну просто шикарные. Тут вот, правда, еще нет. Ну, успеют, успеют, не успеют, значит, все. Помидоры пока я трогать не буду, друзья мои. Зеленые все неплохо. Когда зеленые, вот, надо, чтобы они подзасохли. И еще к тому же помидорки еще на них растут. Пускай, пока еще нет морозов, пускай. Как морозы будут, они сразу посохнут, и я их потом удалю. Вы посмотрите, какая там капуста, но я подойду поближе. Так, тут вот у меня, видите, я складываю в кучки, потом буду это все в одном месте сжигать, потому что, ну, закапывать у меня здоровья такого нет. Я закапываю отходы понемножку. Вот видите, в бутонах все, ну, наверное, не успеют опять расцвести. Вот эти вот расцветают, я их поздновато подвязала, они, видите, упали, согнулись. Ну, вот эти должны успеть, вот бутоны уже вот-вот-вот-вот. Вот будут такие сиреневые, скажем так. Да. Ну, это что я успела подвязала, как говорится, вперед еще. Уже все груши собрали, остались только поздние яблоки. Вот это снежный кальвель. Верхушка отломилась от тяжести. Там у меня еще такие красные яблочки тоже осенние. Собрать. Ну, я вам, друзья, уже показывала, что я вот здесь вот малинку вырезала, да? Вот. Видите, еще как георгинка тут цветет. А вот тут еще, посмотрите, цветочки тоже. Красота. Ой, красота. Вот убираешь, когда и цветут цветочки, ну просто прелесть. Идешь, и в сердце радуется, как говорится, душа радуется всему этому. Вот давайте капусту вам покажу. Посмотрите, какая капуста. Шикарная, шикарная. Вот там вилок огромный, один просто огромный. А вот та капуста, так я и не знаю, что она. Просто какая-то листовая, что ли, не знаю. Что она за капуста, друзья мои. Вот понимаете, продают, пишут как цветную, а получается совсем. Вот видите, что делается. Вот, пожалуйста. Ну что это? Нету никакой. Ничего вообще, ни вилочка, ни цветочка, ну ничего совершенно. Видите, что творится? Вот, вот. Три таких. Так, ну остальные все качанные вроде. Вот тут я уже вырывала где земляничка. Ну пока не буду ее трогать. Хочу сегодня
вырезать вот здесь малину. Вот. Вот я пересаживала земляничку. Вот какая хорошенькая. Уже середочки попроросли. Посмотрите, то есть она принялась. Видите, уже середочки выросли. Значит, принялась. Ну, ясно, дожди шли. Ей это фартило, как говорится. Сейчас вот буду обрезать малину. Старые побеги. Вырезать мне надо кое-какие здесь кусты, которые с мелкой малиной. Я не хочу такую малину мелкую. Вот, это вот этот вот куст. У нее мелкая малина, вот это вот. Как он сюда попал, я вообще не знаю. Это мелкая малина. Это вот тоже мелкая. Тоже буду вырезать. Ну, а там будет дальше видно. Есть у меня очень хорошая крупная малина. Вот здесь вот она многоразовая. Ну как, двухразовая. Два раза плодоносит. Вот видите, сейчас у меня ягодка, вот она, да? Плодоносит дважды. Ну, в общем, начну вырезать. Сколько успею сегодня, столько успею. Мне за ребенком в школу ходить надо, встречать его. Так что времени у меня нету много. Ну, потихоньку, я думаю, вырежу. Также буду обрезать побеги винограда, которые сюда склонились. Вот. Ну вот, как видите, сейчас я уже показывала, как вырезается малина. Лишний раз не буду показывать, это ни к чему. Ну, я думаю, каждый уже знает. Вот молодые побеги оставляем. Старые вот такие коричневые вырезаем под самый корень. И потом связываем, чтобы не распадались. Вот мне как-то один год женщина одна говорила, зачем это связываем, зачем это... Друзья мои, ну если вы не будете связывать, понимаете, снег пойдет, да? Он вам просто сломает эти побеги, и все, и урожая вы не дождетесь. Нет, ну если у вас, конечно, двухразовая малина, да, ее можно срезать прямо под корень. И тогда вы получите урожай вполне полноценный, и не нужно ни связывать, ничего. Но так как у меня вот эта малина вся одноразовая, я ее буду, конечно же, связывать. Ну вот, я не буду вам показывать, как я это делаю. Я просто сделаю, а потом покажу, что у меня осталось. Ну что, друзья, хочу показать, что я успела сделать сегодня. Вот, я сходила за мальчиком, уже надо его покормить. А оно время туда-сюда, и уже будет вечер. Ну вот сегодня, посмотрите, вот что сделала, да? Вот все пообрезала лишнее, сухое. Посмотрите, вот сколько наложила. Видите, какую гору наложила? Это только здесь. Вот, значит, пересадила вот этот кустик. Вот здесь у меня рос этот кустик, вот тут, да? Вот тут один и второй рядом рос. Но я один посадила здесь, вот, да, как видите, а второй вот здесь. Два кустика, они одинаковые, одного и того же сорта. Очень крупная малина. Вот, значит, здесь вот, видите, я тоже пообрезала, повырезала, посвязала, которые кустики. Вот эти, вот этот, эти веточки две. Ну и там еще... Эти я пока никуда не девала, да, потому что здесь вот я вырезала, это мелкоплодная, не очень хорошая. Вырежу и вот здесь тоже. И посажу вот те хорошие кустики, очень крупные малины, посажу вот сюда, пусть разрастается здесь. Вот, и потом продолжу дальше. Ну, это будет уже, скорее всего, завтра. Вот, завтра суббота, надеюсь, что я завтра... Ну, если, конечно, на рынок не пойду. Ну, даже если на рынок пойду, после рынка сделаю. Вот видите теперь, как у меня здесь все смотрится. С этой стороны клубничка, а с этой стороны малина. Ну, не клубничка, а земляничка, скажем так. Правильно называть земляничка. Ну, а вот с этой стороны, если смотреть, то вот так вот получается. Ну, вот, друзья, это все, что я хотела сегодня вам показать. На этом до свидания. До следующей встречи, дорогие друзья. Пусть погодка вам благоприятствует. Пусть наконец-то настанет мир, чтобы всем жилось хорошо везде. И на Украине, и в Украине, и в России. Чтобы всем было хорошо. До свидания, друзья. До следующей встречи. Ну, а с вами была Валентина.